«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Сегодня город активно наводил лоск перед праздником. Вычищали улицы, подкрашивали бордюры, возлагали цветы к мемориальным местам. В авангарде трудовые коллективы и школьники. Данила Сорокин продолжит. Мы находимся возле братской могилы вблизи территории завода «Клинстройдеталь», где покоятся 7 советских воинов, героически павших при освобождении Клина. Еще пару недель назад территория захоронения была полностью заброшена, а уже сегодня преобразилась до неузнаваемости. Когда-то за этим памятником следил трудовой коллектив завода «Стройдеталь», но предприятие закрылось, и памятное место осталось без присмотра. В этом году мемориал привели в порядок. Фирма «Стройлидер» восстановила монумент, а работники лесхоза вырубили сухостой. Наша задача была поставлена убрать опасные деревья, которые могут упасть. И на памятник могут упасть, и на людей, которые приходят. Мы эти деревья раскрежевали, сучки обрезали, произвели мульчирование. В канун праздника последний лоск на братском захоронении наводили ученики 11-й школы. Убрали листву, мелкие ветви и возложили букеты к подножию. Даже самые вот младшие школьники и те посильные хотели какой-то вклад внести, принесли огромные сегодня букеты цветов для того, чтобы мы принесли сюда и возложили. Я считаю, что чтить память ветеранов нужно, потому что без них наша бы жизнь была бы не такой, как сейчас. Я хочу пожелать ветеранам здоровья, счастья, жизнерадости и побольше светлых дней. После трехлетнего перерыва на территории братской могилы пройдет митинг. Соберутся школьники, учителя, заслуженные люди города и, конечно же, ветераны. Данил Сорокин, Алексей Буланов, Юлия Левицкая. Новости дня.